первые наши шаги, издано распоряжение о последствии принятия мер от пожара многоквартирного жилого дома по улице Аюнского, 24А. И, значит, одним из первых наших шагов будет, во-первых, временно их всех заселить. Есть у нас, значит, комнаты в общежитии, есть у нас квартиры отдельные. Поэтому, ну, постараемся удовлетворить их, значит, запросы. И, значит, оказывается уже сейчас в данное время психологическая помощь. И, значит, будет открыт счет для аккумулирования средств пострадавшим от пожара. Будет организован благотворительный, значит, марафон. И, значит, мы уже в магазине, где у нас есть резервный счет именно на случай ГОЧС, и у нас предусмотрены средства. Сейчас мы, значит, буквально вот в эти часы уже определимся, какая будет помощь в первую очередь оказана. Но в 12 часов мы встречаемся со всеми пострадавшими, и с каждым мы предметно будем говорить о том, что, конечно, очень многие вышли без документов, поэтому в первую очередь будет восстановление документов, ну и, конечно, как я сказала, предоставление жилья и, значит, продукты первой необходимости. И тут тоже вещи первой необходимости будут оказаны. И объявлен трехдневный траур предварительно. Значит, у нас двое погибших от пожара есть. Ну, правда, следственные органы и пожарная инспекция будут проведена еще дополнительная работа, но уже есть заявление о том, что двое человек не вышли. И, значит, и поэтому мы объявили день траура с 15 числа по воскресенье.